Ну, я уже давно хотела новогодние праздники провести с пользой. Ну, вообще очень много ярких впечатлений, конечно. Если вот брать сегодняшнее, мне понравилась очень зарядка с Машей. Все мокрые. Вот эти удары. И вот вчера, конечно, танцы. До этого мне еще понравилось, как мы ходили по снежному лесу и к обрыву. И тогда еще на деревьях лежал снежок. Вот. А я все время падала, когда мы шли, потому что у меня скользкие ботинки. Вот. И нельзя было разговаривать. А, еще про лекции я не сказала. Лекции тоже понравились, очень интересные истории. Спать не хочется. И довольно много вот того, что было непонятно. И как-то просто оно где-то слышалось. И много объяснений дается. Потому что, в общем, чего я не знаю. Как бы какие-то пробелы восполняются.